Szanowni goście, szanowne panie, szanowni жителі Тернополя, для меня большая честь, что сегодня я представляю новых полицейских. Представляю региону, которая вырастила очень много героев. Мои дорогие друзья, я родилась и выросла в стране, которая очень хорошо знает, что такое война. Я знаю, как растить, как матери растят героев. И я желаю всем вам, чтобы эти молодые ребята стали вашими героями, защитниками. Защитниками, потому что так положено. Они служат Родине. Я желаю.